Хлеб, крупы, овощи – привычные для каждого человека продукты, которые мы используем ежедневно, для некоторых могут стать спасительными. На столах у малоимущих, одиноких пожилых людей они не всегда есть в достатке. Поэтому в преддверии Дня пожилого человека сотрудники Центра «Вера» совместно с соцзащитой Ленинского района и администрацией муниципалитета организовали акцию «Добрая покупка». Мы работаем в этой системе, да, и мы владеем информацией. На самом деле очень много людей, нуждающих в нашей помощи. Это инвалиды, и пенсионеры, и дети-инвалиды, и многодетные мамочки, ну, различные категории граждан нашего района. Поэтому эта помощь необходима, да, и каждый адресат получит эту помощь, когда она ему понадобится. Единственным предприятием, которое откликнулось на участие в акции и разрешило соцработникам установить точку для приема продуктов, стал видновский рынок «Красный камень», где с 25 по 29 сентября будет производиться сбор продовольствия. Понимаем важность, понимаем сложность жизни сегодня многих людей и всегда рады помочь, всегда рады откликнуться, всегда добро пожаловать. Сделать свой вклад в доброе дело очень просто. Достаточно, придя на рынок за продуктами для себя, купить лишний килограмм картошки или, как сделала я, моркови, хлеба или что-нибудь из отдела бакалея и оставить это все на специальном столе, который расположен возле центрального выхода из рынка. Акция отличная, потому что нуждающимся нужно помогать. Ну, вот. Я сейчас обязательно что-нибудь пойду куплю и принесу. Молодой человек сдержал слово и тут же направился в отдел бакалеи, где приобрел для нуждающихся большую упаковку макарон и пачку сахара. Таких, как Андрей, немало. Ежедневно соцработникам удается собрать не одну коробку качественных товаров. Некоторые, правда, оставляют деньги, на которые организаторы самостоятельно покупают продукты. Помимо точки на рынке, провизию можно сдать непосредственно в Центр «Вера» по адресу Садовая, 22. По окончанию акции все собранное будет передано нуждающимся в этом людям. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.